Ровно год колесят по дорогам Шымкента автобусы компании «Гринбас». Жители узнают их в первую очередь не только по единой цветовой гамме, но и по ответственному отношению к своей работе как водителей, так и кондукторов. Адамдарды силайды, нервады, өте чисто платно. Айқайламайды. Главное это жастар, это апаларға су керек. Дұрыс па? Оның басқа ешкімге керек жоқ біздерге. Мен өте жақсы көремін. Разница, конечно, есть. Они мягче едут и... Во-первых, водители аккуратнее сразу на новой технике, по-новому едешь. Конечно, лучше намного. Сегодня в зале торжеств собрались руководители компании, общественники, представители Акимата и те, кто своей работой вывел компанию в лидеры – водители, механики, автослесари. Что касается водителей, то условия, которые получили шоферы в компании «Гринбас», невозможно сравнить с другими транспортными компаниями. Так, за техническим состоянием автобусов следит целый штат специалистов. А это значит, водителю нужно думать только о безопасной перевозке пассажиров. Работа стала более лучше, потому что в связи по маршрутам одинаковые автобусы, одна компания. Здесь мы фактически на ремонте присутствуем, но никаких затрат не делаем. Делают все слесаря, просто присутствуем как водитель автобуса, а так никаких ремонтов не будем делать. Алишер Туракулов – один из лучших водителей компании. Руководство отметило его труд ценным подарком. Нуркен Омарбеков также считает, что когда для работников созданы все условия, все, что от тебя требуется – честный труд. Я уже год работаю в этой компании. Мне здесь очень нравится. Желаю родной компании долгих лет и процветания. Приход компании на рынок поначалу был непростым, говорит директор Бахыт Бертаев. Но сейчас, можно говорить, компания состоялась как крупный партнер, которого рады видеть и в других городах. Вначале было очень трудно, конечно, так как это было, мы создавали эту компанию с нуля. Были свои проблемы. Но, конечно, время показало. Мы сейчас... стараемся быть примером для всех остальных автобусных парков. Наверное, уже все в курсе, что мы уже под управление взяли даже автобусные парки города Алматы, муниципальные парки, и планируем дальше расширяться. В планах компании приобретение новых автобусов и расширение, а также введение системы электронного билетирования. Как она себя проявит, покажет время. В компании подобных экспериментов не боятся.